Сейчас мы находимся на мероприятии, которое проводится в ДУФУ «Тотальный диктант». Школьников, студентов, и также будут волонтеры работать во время тотального диктанта, то есть они будут помогать, если у кого-то что-то случилось, например, ручка перестала писать, заменить ее быстро, бланки закончились. Каждый сможет донести свое слово до сведения миллионов. В то же время любой человек, добавил он, станет гораздо более доступен спецслужбам и не защищен от разного рода злоумышленников, особенно когда возникнут сотни тысяч интернет-сообществ. Это я абзац читаю. Меня зовут Эльвира. Сегодня я волонтер на тотальном диктанте, который проходит в Дальневосточном федеральном университете. А мы сегодня здесь в качестве палочек-выручалочек, поэтому, если что, можно обращаться к нам по любому вопросу, мы решим все. Потом пришла книга, которая расширила круг общения, до географии страны. Я Слава, это Алина, и мы волонтеры. Я проводила в зал людей и показывала, куда они могут сесть. Не забудьте посмотреть, у всех где написано фамилия, имя, отчество, вымышленное или родное, и кодовое слово. Это важно для проверки. Лиза, расскажи, как у вас тут дела? Отлично. Вот мой диктант. И еще. Здравствуйте. Меня зовут Дарья Панарина, и сегодня я пришла писать тотальный диктант в Дальневосточный федеральный университет. Ну, диктант был достаточно сложный, больше проблем вызвала пунктуация, нежели орфография. Часто путалась с запятыми, с двоеточиями, но для меня это такой небольшой урок перед сдачей единого государственного экзамена, потому что понимаю то, над чем нужно поработать, что нужно потянуть, чтобы успешно сдать экзамен. Ну, вот второй раз уже на тотальном диктанте. Ну, в прошлом году диктант был действительно тяжелее, в этом легче. Но я надеюсь, что мы хорошо написали, и вот. Принимаю участие первый раз в таком мероприятии. Текст был не сложным, но он заставлял задуматься о том, о правильном расставлении знаков и о грамматике. И я поняла, что мне следует потянуть русский язык, чем я, собственно, и займусь. Было очень-очень прикольно. Вот.